Добить! Есть! Иркутянин Александр Легалин радуется очередному голу любимой хоккейной команды «Серовика». В шутку себя называет одним из самых ярых болельщиков. Причина такой преданности простая. В команде его сын. Самые лучшие болельщики – это болельщики, которые родители. Это вам точно скажу. То есть болеют за сына, за свою команду. Переживают очень. Дома разговоры, там, обсуждения каждой игры. То есть, ну, живешь хоккеем, сам как будто на коньках. Хотя я в жизни никогда на коньках не стоял. То есть сыну 6 лет отдали. Соперники «Серовика» – команда из Усть-Илимска, «Лесохимик». Время матча – каждый тайм по 25 минут. На радость иркутян хозяева поля лидируют. Счет 2-1. Турнир на Кубок губернатора по хоккею с мячом среди любительских команд в Иркутске проходит в 12-й раз. В этом году сразиться на ледовом поле и выявить лучшего вызвались 14 команд из Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Скажем так, это бывшие профессионалы, которые раньше играли в хоккей, тренировались, вот, играли там на высшем уровне. Там, как бы, здесь не сказать, что мальчики все для битья. Ну, мы не видели еще, скажем, команд, которые у нас приехали, наши гости, там Уларский район, Улан-Удэ команда. Там-то вот, как бы, на самом деле это любители очень сильные. Участников оказалось так много, что игры решили проводить одновременно на двух стадионах – «Рекорд» и «Зенит». По словам организаторов, к проведению крупных соревнований благоволит даже сама погода. Температура воздуха – 0 градусов, лед почти идеальный. Турнир продлится 3 дня. Финальная игра состоится 18 марта на стадионе «Рекорд». Владимир Пиханов, Александр Барановский. Новости сейчас.